концертном зале Казанского университета «Уникс» состоялся первый республиканский старостат вузов. Смотрим! Мероприятие началось с приветственных слов министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимура Сулейманова и президента региональной молодежной общественной организации Лига студентов Республики Татарстан Руфата Киямова. Затем прозвучал гимн студенчества «Гуадаамус». Далее выступил председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В этом году мы встречаемся со старостатом впервые, поскольку многие только-только еще стали старостами, особенно это касается наших первокурсников. И это огромное доверие работать старостой, человеком, который организует и отвечает не только за собственную группу, но и за все настроение студенческого нашего актива и сообщества в целом. В рамках программы «Старостата» состоялась презентация актуальных возможностей для студентов, а также публичная лекция от заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлы Фазлеевой. Искренне хочется пожелать, чтобы встречи были теплыми, чтобы в рамках таких встреч вы узнавали что-то новое. В свою очередь тот, кто выступает со сцены, получал обратную связь по результатам нашего взаимодействия в процессе такого высокого названия, как публичная лекция или публичное выступление, чтобы мы тоже получали обратную связь, получали удовольствие от общения, потому что, на мой взгляд, с этим очень много в жизни любого человека связано. Кроме того, очные участники старостата приняли участие в разработке программы развития Института старост вузов Республики Татарстан. Разработали модель компетенции старост. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.